авангарда. Блатяк и Густавсон также обороняются у мячей. Мощнейший бросок. И своего же подбил Патрик Хёрсли. Ульстрем лежит. Как будто без сознания. Что-то серьезное с игроком Сибири. Так могла попасть шайба. Прямо в голову. Вот на повторе видно четко. И Херсель — это пушка страшная. Не позавидуешь Давиду Ульстрему в этой ситуации. Давайте здоровья пожелаем этому парню.